До 2017 года в Ковылкино в переселении нуждались жители 45 аварийных многоквартирных домов. В основном это бараки 30-40-х годов постройки. Их жильцы – пенсионеры. Муниципальный контракт между администрацией городского поселения и компанией-застройщиком был заключен около года назад, в июле 2020-го. На сегодняшний день строительство дома подошло к концу. Осталось только привести его в порядок изнутри. По практике прошлых лет могу сказать, что жилой дом хороший, с индивидуальным отоплением. Жилые помещения тоже, планировка очень хорошая. Поэтому я думаю, что 65 семей мы сможем поздравить с новосельем к концу летнего периода. По предварительной оценке, дом будет сдан в конце июля. Более 100 человек смогут переехать в новые квартиры, скорее всего, уже к началу осени.